that little mouse, 'cause I'm an albatross. Вы на канале Двоичный код, и в этом обзоре мы с вами поговорим о таком проекте, как Function X. За последние 20 лет интернет-информационные услуги значительно повысили эффективность социально-экономических операций, но неизбежно породили большое количество монополистических частных организаций из-за их сильно централизованной структуры и операций. Однако в ближайшие 20 лет мы увидим зарождение следующего этапа развития интернета и социальных движений, которые будут отходить от нынешних монополистических моделей. Концепция Function X, последствием ее инновации заключается в том, чтобы расширить возможности этого следующего этапа развития интернета, повысить эффективность нынешнего традиционного уровня и создать безопасную и полностью децентрализованную, свободную от монополизации среду. За последние 10 лет появление биткоина и других блокчейн-технологий положило новые пути для трансформирования ранее централизованного механизма и денежной системы в новую систему, в которой все участники могут иметь равные права, и чем больше участников присоединится к новой системе, тем более стабильнее она становится. Это приводит к тому, что выпуск, обращение и владение валютой является свидетелями надежными и анонимными, и также справедливыми. То, что не существует по централизованной экосистеме, и преимущество этой новой системы с помощью технологии блокчейн обеспечить вдохновение для команды, стоящей за Function X. В 2017 году команда Pandy X начала исследовать новые факторы, препятствующие и успешному офлайн-обращению к криптовалютному обществу. И с тех пор растет желание улучшить систему, чтобы она стала на 100% децентрализованной. И можно с гордостью сказать, что они этого достигли в виде этого проекта Function X. Это структура интернет-сервиса следующего поколения. Команда создала совершенно новую экосистему сервисной платформы, улучшив существующую архитектуру интернета и блокчейна, объединив преимущества обеих миров и используя наиболее часто используемые технические решения. Они использовали систематический подход к программному и аппаратному обеспечению, чтобы позволить всем существующим приложениям, веб-сайтам, данным и услугам быть полностью децентрализованными, помогая заложить прочную основу для будущих путей развития интернета следующего поколения. Несмотря на то, что это было огромное препятствие, команда Function X добилась большого прогресса с точки зрения аппаратного обеспечения, операционной системы, основных услуг, оптимизации публичных цепочек блокчейна. Примером этого может служить ряд публичных демонстраций, демонстрирующих процесс производства продукции Function X. 2019 год станет рассветом новой эры децентрализованного интернета. Function X стремится разрушить и оторваться от институционального централизованного монополистического строя, построив сетевой сервис блокчейна в интернете со всеми полезными функциями и опытом в интернет-продуктах уже сегодня, обеспечив быструю миграцию бизнеса в блокчейн. Сервисную сеть, эта платформа позволяет каждому разработчику иметь абсолютный контроль над своими собственными данными и тем самым эффективно устраняя барьеры между двумя предприятиями. С устранением монополизации данных также он культивирует чувство конкурентоспособности в повышении пользовательского опыта и повышении эффективности, вместо того, чтобы способствовать зависимости прошлых успехов. На этом мой обзор заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки на эту платформу я оставлю в описании. Всем до новых встреч. Пока-пока.